Нам обещают ролевую игру с пошаговыми боями, с новой, грандиозной историей. Главный герой, о котором принцу ничего не известно, как самый способный человек, обязан расследовать бедствие. Прохождение заданий, вы прокачиваете своего персонажа, покупаете больше и больше армии для того, чтобы снова выполнять задания. И довольно-таки даже приятно для глаза. Если бы не эти одинаковые модельки, тебя просто посередине озера скинули в воду и давай, либо плыви, либо утони. Второй маленький фактор. Она подозревается в покушении на короля. Вы серьезно? Вы отдаете преступнице, по сути, разбираться? Вы видите раненого человека, вы можете пройти, походить по нему, полетать, я не знаю, пройти, выполнить всю сюжетную ветку, ничего не случится. Что? Пустота? Ну, блядь, как обычно. По каждый четверг такое случается, ничего страшного. Больше вероятностью, по моему мнению, находятся среднячки.